Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Нашим сегодняшним собеседником является заместитель генерального директора по биоагротехнологиям, кандидат сельскохозяйственных наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Василий Константинович Павловский. Ничего не перепутал? Добрый день. Добрый день. Василий Константинович, какая связь между высокими технологиями и сельским хозяйством? Я вот с апреля 2015 года работаю здесь. Было поставлено передо мной в то время, в начале 2015 года, несколько задач. Одна из задач – это создание биогумуса, получение гумуса и проведение таких работ по озеленению крыш. В текущем году мы где-то 200 килограмм вырастили вешенки. Сад в 2015 году был посажен 3 гектара сада. Мы в текущем году первый урожай около 700 килограмм взяли яблоко. Очень замечательное яблоко. Еще одно хочу сказать, что как на высоких градках, так и в саду мы не применяем ни одного грамма минеральных удобрений и ни одного грамма средств защиты растений. Все используем экологически чистые продукты для защиты от, например, на градках, от фитофторы, циркоспороза, других вредителей, болезней. И сад тоже защищаем биологически активными веществами. Для чего эти высокие градки? Нижний слой, он со временем начинает перегнивать, создается тепло, и эти градки в весенний период где-то на неделе полторы-две больше прогреваются, лучше прогреваются, чем земля. И на них можно раньше высаживать сельскохозяйственные растения. Вот на этих градках мы в текущем году тонну 100 килограмм получили овощей. Одну культуру убирали, вторую сели, 4 оборота имели на высоких градках культур. То есть после уборки томатов, огурцов мы еще посеяли редис, после редиса мы посеяли салат, и после салата мы посеяли еще дайкон. Мы вот с этим показываем, что струнные технологии, там, где есть струнные дороги, нету выбросов, таких как после транспорта автомобильная, после транспорта железнодорожная, где вдоль наших железных дорог и вдоль автомобильных дорог живой канцероген. Да, живой канцероген. А здесь нету никаких выбросов. Это мы хотим показать не только вдоль трасс струнных дорог, но и под струнными дорогами, рядом с опорами. Если она расположена на высоте от 6, от 3-6 и выше метров, в зависимости от рельефа будут строиться наши дороги, можно выпасать скот, можно разводить пчел, можно сады садить, можно овощи выращивать. То есть любые сельскохозяйственные культуры – это экологически чистый транспорт, и экологически чистой продукцией можно заниматься. В чем сложность создания почвогрунта для зеленой крыши? Грунт должен обладать легкостью, влагоудерживающей способностью и питательностью. Так вот, мы для озеленения крыш разработали 3 вида грунта, получили ТУ в Институте стандартизации Республики Беларусь. Это наше, так сказать, достояние струнных технологий. И второе направление – это разрабатываем грунт для бедных и низкоплодородных земель, используя их для оккультуривания и повышения плодородия. И третье направление – это вот разработка биогумуса. У нас органические удобрения используются как добавка органического сырья, но 80% вот используем бурого угля. Спасибо большое. Хотелось бы понять, что дает получение всех этих ТУ и наши собственные разработки этого грунта для всех партнеров? Наш генеральный директор вернулся с Индии и Индонезии, и по всей вероятности вот в ближайшее время будут заключены договора на работу или строительство дорог струнных в данных регионах, где имеются деградированные низкоплодородные почвы. Мы вместе со струнными технологиями будем предлагать и свои технологии по культурованию зеленой территории. То есть это дополнительная возможность коммерческой реализации нашего проекта, правильно именно, я понимаю? Именно так, именно так. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и тогда вы поймете, что не пустыми словами является наш девиз «Строй SkyWay». Спасай планету.